Друзья, всем привет! С вами Константин Горбунов. Это вторая часть о зимовке в Таиланде 2015-2016, в котором мы будем калькулировать, сколько же нужно денег для того, чтобы перезимовать в Таиланде. Ну а в первой части, она вот здесь, я рассказываю о том, почему я выбрал именно это место, Хуахин, Чаам, именно эту часть Таиланда. Крайне желательно посмотреть сначала ее, а потом смотреть уже эту часть. Ну что ж, друзья, сегодня будут только цифры. Мы будем рассчитывать прожиточный минимум на 2 человек. Дальше мы пойдем по нарастающей и будем добавлять то, что необходимо обязательно для того, чтобы прилететь сюда, в Таиланд. Какие-то основные вещи, без которых нельзя просто прожить. И дальше будем добавлять все то, что уже хочется каждому из нас. Много-много радости, веселья и так далее. Итак, я напомню, мы будем считать поездку в Таиланд на 2 на 3 месяца. И сам я поехал на более продолжительный срок, но я рекомендую всем ехать первый раз точно на 3 месяца. Не больше, ну, возможно, меньше. Возможно, стоит даже съездить на 2 месяца, чтобы просто попробовать. И, в принципе, зимовка от этого многим не потеряет смысл, потому что за 2 месяца здесь можно посмотреть все. Итак, на 2. Для того, чтобы попасть в Таиланд, вам необходимо будут несколько вещей. Первое – это билеты. Билеты туда-обратно, я буду считать, опять же, из Москвы в Бангкок, обошлись в 62 тысячи рублей. Это не самые дешевые билеты и, конечно же, не самые дорогие. Самые дорогие заканчиваются 140 тысячами. Это билеты, которые были взяты заблаговременно, то есть взяты где-то за 2-3 месяца до отлета. Это, в принципе, нормальный промежуток времени. Лучше, конечно, еще за больший промежуток времени брать. Билеты прямые, то есть нет никаких пересадок. Если вы хотите лететь с пересадками, то можете рассчитывать где-то на 50 тысяч рублей. Меньше практически нереально найти билеты. Можно, конечно, постараться, но это уже извращение. Второе. Без чего вы просто не сможете прожить здесь, в Таиланде, больше, чем 30 дней, это виза. Я буду считать визу, во-первых, однократную. Это на 2 месяца, которая рассчитывается. Она стоит $40, на 2 – $80. И также еще дополнительно здесь вы заплатите 1900 бат с 1 человека, чтобы добавить еще 30 дней, если захотите пожить здесь 90 дней. Я сразу же для вашего удобства буду вот где-то здесь переводить все баты в доллары, чтобы было вам удобно считать. И вот и итоговая сумма будет как раз собираться калькулировать. Третье, без чего я считаю, любой отдых продолжительный не может быть спокойным и нормальным, это страховка. Страховка стоит 8400 рублей с 1 человека, она на все 90 дней. Честно скажу, в прошлом году, когда я здесь зимовал первый раз, с 14 по 15 год, я воспользовался страховкой. Девушку укусили за ногу, причем какое-то непонятное существо. Ну, в общем, чуть ли не дошло до переливания крови, поэтому крайне рекомендую обязательно воспользоваться такой услугой, как страховка, потому что здесь медицина платная для вас, и сколько бы это стоило, а вы не забывайте, 8400 рублей – это всего лишь 4000 бат, и сколько вам бы стоило здесь, например, переливание или ну, там, какой-то крови или еще что-нибудь такое в этом духе, просто неизвестно, возможно, очень дорого. Поэтому я всегда рекомендую пользоваться такой услугой, как страховка. 4. Это самое простое и, наверное, самое важное. Это то, где вы будете жить, то есть аренда недвижимости. Для себя я выбрал вот такую вот виллу. Сейчас я вам покажу небольшое видео. Эта вилла стоит 30 тысяч бат в месяц или $80. То есть сейчас это не 30 к 1, как раньше баты, нет, сейчас это меньше, 35 бат к $1. Поэтому курс здесь тоже немножко прыгает. Вилла мне очень нравится. Почему? Потому что здесь, первое, есть бассейн, во-вторых, есть 2 спальни, 2 туалета, душа, есть кухня, которой, в принципе, никто не пользуется, честно говоря, в Таиланде. Ну, в редких случаях. И, естественно, есть большой холл, где можно отдыхать и тому подобное. Также, естественно, плюсом есть вот эта
верандочка, она очень большая, тоже ее покажу. Здесь можно загорать, делать шашлыки и прочее, прочее, прочее. Стоит ли 30 тысяч бат эта вилла? В принципе, да. То есть дешевле в Хуахине и в Чаами найти виллу навряд ли представляется возможным. С именно вот этим набором функций. Можно найти минимум, за сколько мы вообще видели виллу с бассейном, меньше по размеру, это 24 тысячи. При этом сам бассейн, естественно, тоже меньше, и сама вилла в несколько раз меньше. 6 тысяч бат, стоит ли в экономии 6 тысяч бат этого, я не могу сказать. Решать вам. Если говорить о виллах без бассейна, потому что некоторым, например, не нужен свой бассейн, а достаточно общественного, например, бассейна. Кстати, в нашем случае 2 месяца первых, которые мы были здесь, в Таиланде, бассейн был сухой, то есть можно ездить либо на море, либо все. Других вариантов нет, если у вас нет своего бассейна. Вот, получается, без бассейна виллу можно снять где-то от 16 тысяч бат и выше. В зависимости, опять же, от площади и наполнения ее. Ну, есть для многих самая удобная недвижимость – это кондики. Кондик можно снять от 7 тысяч бат в месяц, без оплаты электричества, с вас это, естественно, отдельно. В принципе, все очень даже прилично, квадратных метров там около, ну, может быть, 20-25, не больше, одна комната. Ну, а дальше, если вы хотите двухкомнатный кондик, естественно, цена возрастает до 10 тысяч, до 15 тысяч, в принципе, уже доходит до цены виллы. Следующим пунктом идет то, без чего вас просто выгонят из дома, это коммунальные услуги. Коммунальные услуги мне обходятся с бассейном, то бишь с водой, с электричеством и со всем остальным 1700 бат в месяц или 55 долларов. Благо, почему-то из-за какого-то странного стечения обстоятельств у нас здесь нету и не приходят счета за воду, то есть вода, можно сказать, бесплатная. Но вода здесь стоит, на самом деле, очень дешево, то есть вы обычно платите 100-200 бат в месяц за воду. То есть это, ну, 300-400 рублей, я считаю, это крайне мало. По сравнению, например, с московскими счетами на воду зимой. Интернет внутри дома. По счастливой, опять же, случайности, интернет в этом доме для меня обошелся бесплатно, то есть он бесплатный. В некоторых домах за интернет нужно доплачивать дополнительно. Ну, в принципе, я также сдаю квартиру в Москве, и также те, кто живут у меня в квартире, они платят сами за интернет. Поэтому я не вижу здесь ничего такого сверхъестественного. Но, опять же, мне повезло, я не платил за интернет. Интернет стоит от 500 до 1000 бат в месяц. Именно такой вот проводной, можно сказать. Дальше стоит Wi-Fi и раздает, естественно, весь дом. Ну, мне повезло, ноль. Далее, естественно, байки. Без байков передвижение по Таиланду будет крайне сложным. Хотя я здесь много раз наблюдал за людьми, всякими европейцами, которые ходят пешком, но это, естественно, те люди, которые приезжают в лучшем случае на 7 дней и так далее. И, ну, я не знаю, почему они не берут байки. Я считаю, байки это самое важное, потому что я объездил практически всю округу на одном байке, и это очень удобно. Отдельно, особняком, конечно, будет стоять машина. По байкам. Байки нужно брать, естественно, на двоих. То есть, если вас двое, нужно брать два байка. Если вы будете брать один байк на двоих, поверьте, вы, скорее всего, переругаетесь. Особенно, если вы отдыхаете с девушкой. Девушке хочется ездить на массаж, в магазин, еще куда-то. А вы хотите съездить, например, на пляж или еще куда-то. И вы просто, ну, как обычно, если это все равно, что одна машина в семье. Тем более, не забывайте, вы сюда, если едете на 2 месяца, то ругаться здесь явно не стоит. Если говорить про автомобиль, автомобиль можно взять в аренду за 10 тысяч бат в месяц. Это будет какая-то малолитражка. Либо, если очень постараться, за 10 тысяч можно найти и пикап. Но, опять же, необходимость брать автомобиль на целый месяц тоже непонятно. То есть, если вы хотите съездить, например, на острова, то для этого вам максимум недели 2 потребуется. На большее брать время автомобиль я тоже не вижу смысла. У меня Honda Click,
Я взял их две штуки, заплатил я за 3 месяца сразу же 18 тысяч бат за 2 байка или $500. Также я сюда накидываю 2-2,5 тысячи бат на бензин, потому что на одном байке я ездил так не очень много, на втором байке я исколесил здесь все, искатал, я не знаю, сколько я баков искатал, но примерно 3,5 тысячи километров я на ней сделал на одном из байков. Я считаю, это очень много за 3 месяца. Мобильная связь. Без мобильной связи, в принципе, делать... Я считаю, в Таиланде тоже нечего. Плюс, она намного дешевле, чем в России, хотя здесь и бат в 2 раза дороже, чем рубль. Очень-очень хорошая связь. Здесь есть 3G, в основном здесь везде 4G или LTE. Ловит очень круто. Вы можете, в принципе, на пляж прийти и смотреть свои любимые фильмы. У вас все будет замечательно и хорошо показывать. По мобильной связи у меня True. Это довольно такой стандартный, обычный оператор связи мобильной. Кстати, и интернет у меня на вилле тоже True. Я попробовал многие видов операторов, 3BB и прочее. Могу сказать, что True, вот этот оператор, который сейчас у нас, как и мобильный, так и для дома, он один из самых крутых здесь. По мобильной связи получилось 800 бат, это 2 симки, то есть 400 бат одна симка обходится. Плюс 800 бат – это столько, сколько мы потратили за 3 месяца, то есть 1600 бат всего, или $55 за 3 месяца использования довольно активного интернета на телефонах. В том числе сюда, конечно же, входит и мобильная связь, и смс-ки. Еда. Понятное дело, что без нее никак. Я буду считать следующим образом. Здесь есть очень большое количество вариантов покушать. Естественно, это Таиланд. Здесь продают еду на каждом шагу. Да и она растет даже на каждом шагу. У меня здесь на вилле растет манговое дерево. В принципе, можно с него срывать плоды и есть. Но нет, это считать не будем. Я прикинул, что на еду... Одну трапезу я трачу 300 бат. Это довольно-таки много, относительно, потому что есть дешевые забегаловки, есть дорогие забегаловки, есть плюс еще какие-то бары и так далее. В общем, получается в среднем 300 бат. 300 бат можно умножить на 2. 2 раза в день нужно обязательно питаться. И на 90. И получается где-то 54 тысячи бат. Это $1550. Но я сразу скажу, что можно отсюда вычитать различные виды соков, алкоголь, походы по барам. Даже если... И наверняка есть какая-то неучтенная еда. Я уверен, что на самом деле даже больше 300 бат у нас уходит на единственную вот эту трапезу, которую я посчитал. То есть я рассчитываю $1550 или 54 тысячи бат, или около 110-120 тысяч рублей. Это такой минимальный ценник для того, чтобы здесь кушать и не голодать. По сокам. Здесь есть очень крутые 100% натуральные соки. Я в них влюбился еще в прошлом году и пью и в этом году. У меня получилось около 10 канистр, хотя я предполагаю, что на момент, когда я уже пишу видео, это уже не 10, а где-то 15-20 канистр, потому что я почему-то написал 10. На самом деле это не $100, а около $200. Если вы любите различные соки или что-то такое, то можете рассчитывать сразу вот на такой ценник. Повторюсь, соки 100%, натуральные. Я вам крайне рекомендую их пить. Может быть, не злоупотреблять, как я. Но, тем не менее, у нас такого в России, естественно, нет. Как и манго, и других очень крутых фруктов и овощей. Дальше. Мыльно-рыльные принадлежности. Я их назвал так. Ну, естественно, вы моетесь, вам деваться некуда, вы все равно это купите и потратите около 2000 бат на 3 месяца. Или $60. Дальше. Я, конечно же, живу в вилле. В принципе, я могу сам стирать свои вещи. У нас здесь есть стиральная машинка. Кстати, далеко не в самом нормальном состоянии. Я вам скажу, я жил на 4 виллах. И на всех 4 виллах, что я жил, все стиральные машинки, они в очень удручающем состоянии. Поэтому в них стирать я как бы не очень. Поэтому есть несколько видов прачечных, точнее 2 основных.
Первый вид прачечных – это уличная прачечная, где вы приходите, там автомат стоит, вы просто кидаете денежку, и она стирает ваши вещи. Очень такая удобная, в принципе, прачечная, но я ей не пользуюсь. Опять же, я пользуюсь прачечной, когда просто сдаешь вещи, и тебе поглаженно их отдают. По сумме получается около 2000 бат было потрачено за 3 месяца, или $60. Итак, сейчас подведем предварительные итоги. Без билетов, без визы у меня получилось около 387 тысяч рублей. Чтобы сюда приехать, здесь жить, в принципе, ничем себе особо не отказывать. Опять же, сюда не входят никакие ни пьянки, ни гулянки, ни поездки на острова, на какие-то поездки тоже, на какие-нибудь там водопады и прочее, то, что мы сейчас дальше будем считать. То есть это просто сухое проживание, даже без перелета и без визы. С билетами и с визой получается 449 тысяч плюс 6400, 455 тысяч 400 рублей. В принципе, я считаю, это не так дорого по сравнению с моим прошлым годом. Дальше, без чего я тоже считаю, не обходится никакой нормальный, адекватный человек, который живет в Таиланде, это клининг. Блин, без клининга вообще жопа. То есть вы можете, конечно, сами убирать помещение, но вот просто представьте себе, что вы будете убирать примерно трехкомнатную квартиру, плюс еще вот тут есть еще один ярус, плюс еще есть вокруг дома еще какая-то территория. Причем я вам даже больше скажу, когда вы сюда приедете, требуйте обязательно с тех, кто вам сдает, скорее всего, это русские будут, с ребят, которые сдают вам помещение, в обязательном порядке, чтобы они убрали дом. Потому что, когда мы приезжали первый раз в Таиланд, с домом было все замечательно, он был чистый, убран, сад был чистый, убран, все было круто. Когда мы приехали вот уже в этом году сюда, в этот дом, тут был просто трэш. То есть только после ругани, причем довольно долгой и продолжительной, ребята все-таки убрали дом, почистили, ну, стало все более-менее прилично и чисто. Дальше уже, можно сказать, засирали дом мы сами. Но клининг все равно нужно проводить. Клининг внутри дома стоит около 800 бат за один раз. И это довольно серьезный такой клининг, который включает в себя мойку окон, мойку полов, мойку раковин, туалетов, кухни и так далее. То есть все будет вымыто. Я очень рекомендую это делать, если вы, конечно, не хотите жить просто в Содоме каком-то. Дальше есть алкоголь, бары различные, потому что можно в барах не только пить, можно еще играть в бильярд, есть, гулять с проститутками и прочим. Есть какие-то поездки на острова, есть, ну, вообще куча-куча всего, чего вы дополнительно захотите обязательно попробовать в Таиланде. Я не говорю про проституток, я говорю про тот же самый алкоголь, либо поездки на острова, если вы не живете на островах, либо, если вы на островах живете, посмотреть любой другой Таиланд. Поездить по каким-то заповедным местам, посмотреть на пещеры, водопады, ну, в принципе, какие-то монастыри, в конце концов. То, что я очень здесь люблю, здесь реально это очень красиво выглядит, очень аутентично, ну, в общем, потрясающе. Один раз стоит всегда посмотреть. Благо, Хуахин находится очень, ну, вообще вокруг большого количества заповедников, поэтому здесь нет никаких проблем, сел на байк, поехал, заплатил 200 бат за въезд, и все, а дальше целый день можешь там куролесить или делать что угодно, начиная от водопадов Палау, заканчивая огромным темплом внутри пещеры, тоже не могу вспомнить, как называется, все это уже давно исследовал, посмотрел, в принципе, хотя бы один раз всегда стоит туда съездить и посмотреть. Итак, по паркам. Как я уже говорил, с человека где-то 200 бат. Также ровно, если вы заезжаете на машине, это тоже водитель плюс машина, 200 бат. Редко, когда за это нужно доплачивать еще дополнительно. Крайне рекомендую съездить, посмотреть. Вчетвером, ну хорошо, вчетвером. Вдвоем можете посчитать. Сколько здесь парков? Ну, 3-4-5 парков. То есть можно вложиться в 1000-2000 бат на все парки.
по поездке на остров. Ну, здесь довольно-таки много островов. Два основных, которые вы наверняка знаете, это Капанган и Пхукет. Пхукет – это тот самый остров, где засилие русских, огромное количество. На Капанган сейчас тоже стало приезжать очень много русских, в том числе для проживания. Просто там другие ценники, все немножко попроще. И там очень много туз, то есть там алкоголь. Женщин, кстати, на Капангане нету, так что если вы хотите поехать на Капанган и снять там женщин тайских, к сожалению, увы, только европейские женщины там. Примерно цена одна и та же. Я буду считать из Хуахина поездку до любого из островов. У меня получилось около 4500 бат. Тут есть несколько вариантов поездки, сейчас я попробую рассказать. Первый – это вариант просто сесть на автобус, и автобус прямо ходит на острова. То есть это автобус, который едет, например, из Хуахина сразу же на Капанган или на Пхукет. С Пхукетом есть соединение мост, то есть можно прямо заехать на Пхукет. На Капанган идет только паромная переправа. То есть вам в любом случае нужно будет, чтобы попасть на Капанган, вам нужно будет на пароме передвигаться. Вот, стоимость автобуса варьируется от 1200 до 1500 бат в зависимости на одного человека, в зависимости от какая компания, потому что есть лучше, хуже автобус, естественно. Ну, чем лучше, конечно, доплатить 300 бат и ехать в комфорте. Но есть еще другой вариант, это поезд. Поезд идет по ветке Бангкок и куда-то там совсем на юг, честно говоря, не могу вспомнить. Возможно, даже просто из государства уходит Таиланд. На нем, в принципе, можно просто доехать, потом пересесть на автобус и доехать. Много ли вы денег сэкономите? Не так много. И третий вариант – это взять автомобиль на прокат. Автомобиль стоит где-то 650, возможно, даже за 500 найти бат в день автомобиль. Естественно, набиваетесь вчетвером, например, находите здесь единомышленников, ну, либо если вы вчетвером едете, вообще замечательно, да даже вдвоем, в принципе, нормально. Берете автомобиль в аренду и едете в сторону Капангана. Там есть, на Пхукет, естественно, все просто, просто заправляете бензином автомобиль, можете рассчитывать где-то 1500 бат в одну сторону бензина и 1500 обратно. Ровно столько же до Капангана. Только на Капанган еще необходимо, естественно, проехать по паромной переправе. Паромная переправа – это 500 бат автомобиль плюс человек и 200 бат каждый пассажир автомобиля. Вот можно посчитать. Также на Капангане, если вы захотите остановиться, либо на Пхукете, есть гестики за 500 бат. Можно найти подороже, такие уже посолиднее, да, полудомишки, можно сказать, за 1000 бат, естественно, в день уже, потому что там надо либо снимать заблаговременную недвижимость, не в сезон, естественно, либо ехать туда вот в гестике. Ну, остальные расходы, естественно, ложатся на ваши плечи. Это еда, алкоголь, погулять и так далее, и так далее. В итоге, если поедете на автомобиле, то это где-то 3,5-4,5 тысячи человека. Туда я не вкладывал, опять же, еду, алкоголь и прочее. Я считаю нормально поехать туда на 3 дня. На 3-4 дня, в принципе, достаточно, чтобы просто посмотреть, что это за острова, Пхукет или Капанган. Нравятся они вам или нет. Ну, в принципе, я скажу по своим ощущениям, разницы нету никакой. Здесь примерно 500 километров от Капангана, но разницы нету никакой. То есть все то же самое. Возможно, чуть больше там пальм, но если прийти на пляж здесь, в Хуахине, в принципе, пальм меньше не становится. Причем здесь даже интереснее пляжи, потому что навряд ли вы увидите когда-нибудь на пляже настоящие ели и тому подобное. Очень, очень прикольно выглядит. В итоге, для комфорта я рекомендую вам, если вы все-таки действительно хотите поехать в Таиланд, достаточно хорошо отдохнуть и не бояться, что у вас деньги вдруг закончатся. Тем более, если вы предприниматель, вы, естественно, здесь будете работать. Я, в принципе, считаю, сложил полностью комфортные самые условия. То есть, получается идеально
вы проживаете в нормальном месте, и у вас все хорошо с интернетом, то есть вы можете поработать, потом вы можете днем, например, поехать куда-то на целый день, уехать попутешествовать, съездить на какие-то, ну, возможно, даже на пляж просто тупо, съездить покататься на кайте, покататься на кайт-кейбле, ну и так далее, так далее, так далее. Все это упирается где-то в 700 тысяч рублей. Дорого это? Да, в принципе, дорого, потому что в 2014 году до нашего краха рубля, в принципе, можно было ровно в два раза меньше заплатить, и я считаю, это были самые адекватные деньги. Сейчас это, конечно, дорого, я согласен. Поэтому здесь, в Таиланде, стало намного меньше русских туристов, намного. Сюда едут в основном только сибиряки, потому что и лететь куда-то в другие места просто нету возможности. Плюс сложности с Турцией, с Египтом, и люди, ну, уже деваться некуда, они едут сюда, в Таиланд. Поэтому, в принципе, кажется, что они ездят. По развлечениям, которые, естественно, здесь платные, потому что здесь есть куча бесплатного всего, можно поехать просто посмотреть куда-то, поснимать, пофотографировать, платить только бензин, да и все. Если говорить по платным развлечениям, например, кайт-кейбл, ну, одно из моих любимых, стоит 800 бат, подорожало, кстати, в прошлом году стоило дешевле, 800 бат 4-5 часов, можете накататься просто вот до... Самого не хочу, можно взять, в принципе, за 10, за 15 тысяч определенные абонементы и кататься вообще здесь хоть каждый день. Тоже очень крутая вещь, но она все равно надоедает рано или поздно, поэтому брать сразу же на 10-15 тысяч – это только на ваш страх и риск. Дальше, есть еще, конечно же, кайт. На кайте здесь люди много катаются, но здесь, опять же, например, покупать кайт я бы не стал. То есть даже если бы здесь жить, то кайт покупать не стоит, потому что ветреный, как вот сейчас, день, хотя не такой сильный ветер дует, для кайта, например, не подходит. Не знаю, я бы, наверное, где-то... Наверное, дней 5-6 есть в месяце, когда реально дует хороший ветер, есть какие-то определенные, ну, вообще ветер, да, который позволяет довольно прикольно кататься на кайте. Для того, чтобы учиться на кайте, подходит, конечно, дней 15, наверное, из 30, начиная с декабря, заканчивая февралем. По цене аренды и обучения. Вы можете взять либо за 4000 бат на целый день кайт без обучения. Я считаю, это нормальная стоимость, 8000 рублей, да, может чуть побольше, 9 получается, в аренду. Либо вы можете за 4000 взять один урок, как бы смешно ни звучало. Причем урок где-то, наверное, часа на 2. Всего нужно около 6-7 уроков, чтобы нормально стоять на кайте. По-моему, если все вместе брать сразу там 6 уроков, то около 15 или 17 тысяч обходится бат обучение катанию на кайте. А дальше вы можете брать его в аренду. Но если он вам очень сильно понравится, опять же, я могу свое только ощущение сказать. Я учился кататься на кайте, один раз чуть не утонул на нем, когда меня потащил очень сильно этот парус. Ну, в общем, было очень неприятно. Да, там есть отстегивание и так далее, но я перепугался на тот момент очень сильно. Поэтому покупать кайтсерф здесь, наверное, нету смысла. Возможно, стоит только купить доску для того, чтобы катать здесь на кайте и на кайт-кейбл. Это да. Причем стоимость здесь около 15-20 тысяч. Бэушная отличная доска, и этого вполне достаточно. Да, в Хуахине есть еще несколько музеев. Ну, как музеи, все равно это такие, можно сказать, аттракционы своего рода. Первое, это, так как Хуахин – это город короля, здесь можно сходить в музей короля и посмотреть все вещи, которые дарили когда-либо королю и прочее-прочее. Вообще, гулять по дворцу короля довольно тоже стоящее занятие. И еще здесь есть куча различных аттракционов, начиная от катания на слонах. Причем, я не знаю, я считаю, это очень унылое занятие, стоит оно 1000 бат.
кататься полчаса на этом слоне, который даже не лошадь, то есть на лошади хотя бы хоть как-то весело, там можно на ней, да, прокатиться побыстрее, на слоне нет, вообще не вариант, то есть просто тебя укачивают чуть-чуть и все. Причем там для двоих, в принципе, место, конечно, но не очень вариант. Также можно их просто покормить, там купить бананов за 100 бат прямо у них. Ну, в общем, получить определенное удовольствие, просто покормив бананами это чудовище. Можно покататься, взять гидроцикл 1000 бат, 15 минут. Можно покататься здесь, кстати, на лодках, таких мини-яхтах с рыбалкой. Честно говоря, не катался, не пробовал. Но стоимость здесь довольно дикая для уже российских туристов. Если раньше это были нормальные деньги, то сейчас это, конечно, уже довольно дикие деньги. Но в остальном, опять же, скажу, что все это зависит от того, куда вы хотите сами съездить, посмотреть. Здесь реально очень много мест. Что-то бесплатно, что-то платно, что-то очень дорого. Это выбирать нужно по карману. Итог, друзья. Если вы едете в Таиланд на 3 месяца, скорее всего, вы человек не на постоянной работе, вы либо предприниматель, либо фрилансер. Фрилансеров здесь становится все меньше и меньше. Предпринимателей, в общем-то, тоже. Вы будете сидеть, например, если только дома, просто сюда приехать, кушать, да, и так далее, то можете брать смело с собой около 500 тысяч рублей. Если вы хотите здесь активно покататься, посмотреть за 3 месяца, ну, практически все места, попробовать все какие-либо аттракционы, посмотреть парки, ну, и так далее, так далее, так далее, в общем, вы активный турист, то я рекомендую брать уже не 500 тысяч, а хотя бы 600-700 тысяч рублей. И это, в принципе, нормальная цена для отдыха на данный момент. Почему? Потому что в 2014 году, например, когда я ехал в Таиланд первый раз, и тогда случился как раз тот самый неприятный кризис, я рассчитывал потратить около 500 тысяч рублей за 3 месяца. А получилось, что я потратил около, ну, с пересчетами получилось, если полностью все пересчитать в новый курс, то около 1 000 000 рублей, то есть, ну, в общем-то, в 2 раза дороже. И в этом году у меня получается сумма около 700 тысяч рублей. Я считаю, что это тоже далеко не дешевый отдых получается, но получается, как получается. Также дополнительно уже бонусом я хочу сказать, если вы поедете сюда с домашними животными, вдруг такое получится. Например, я тоже ездил сюда с домашними животными в Таиланд. Здесь, в принципе, никаких проблем нету. Единственное, что готовьтесь к растратам. Да, здесь домашние животные будут вообще радоваться и говорить вам спасибо, потому что здесь отличная еда, вода. Здесь, ну, естественно, тепло, а не холодно, как в России зимой. То есть они, в принципе, будут вам благодарны. По перевозке, получается, можете накладывать где-то 20-25 тысяч рублей сверху расходами на животных. Потому что вам необходимо будет заплатить дополнительно, естественно, к билетам, потому что вы берете, скорее всего, с собой вместе животных. Кстати, раздельно придется сидеть, если, например, двое животных берете. Если одно животное, то можете рассчитывать на 15 тысяч. Я брал почему-то 2 животных, потому что в прошлый раз привозил аж целых 2 животных. Также вам понадобится специальная справка от ветеринара, вам понадобится сделать им чипование. Ну, все это, в принципе, входит в 25 тысяч рублей на 2 животных, ну, на одного где-то 15. Вот рассчитывайте дальше. Естественно, еду я сюда не вкладывал. То есть, если еду брать на животных, в принципе, она по цене не особо здесь дороже, чем в России вы будете кормить животных, например, если они останутся у вас дома с кем-то. В моем случае просто животных нужно либо было оставлять в отеле для животных, что, например, для меня было вообще не вариант. Причем по цене обходилось примерно и обходится на данный момент примерно столько же, сколько вы привезете с собой этих животных. Поэтому я рекомендую, естественно, если и нету вариантов, то животных лучше с собой брать и не париться. Заплатить лучше 15 тысяч, потому что если брать сумму, да, там те же 700 тысяч, еще 15 тысяч, это не такие какие-то большие деньги, а уже, в принципе, даже смешные. Ну что ж, друзья, на этом все. С вами был Константин Горбунов. Это было второе видео, где мы разложили
все деньги по полочкам. Если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях. Если есть какие-то пожелания, тоже оставляйте в комментариях. Если вам понравилось видео, вы знаете, что делать. Ну, я пошел дальше отдыхать в этой солнечном, прекрасном Таиланде. Другие видео о том, почему стоит здесь отдыхать и какие есть плюсы, вы можете посмотреть вот здесь. Если вы хотите посмотреть видео о транспорте, о байках, такое шуточное видео, можете посмотреть его здесь. И последнее видео о недвижке, которое тоже я решил записать, оно будет вот здесь. Можете его там посмотреть. На этом все. Удачи вам!